attack your friend. Сэм, ты точно хочешь ходить в этой обуви? У тебя есть запасная обувь, так надень ее.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджер. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдать. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Что ты принес? Двигатели и сумку. Это не то, что обычные товары. Новый дизайн, ты же слышал? И все это сделал старьевщик? Я слышал, что он профи, но все равно, это отменная работа. Я сообщу в штаб-квартиру и ускорю процесс оценки. Я только что получила результаты тестирования тех прототипов, которые ты дашь. Похоже, его можно быстро установить на модифицированный грузовик. Они сразу. А сумки они тоже хорошо отзывают. Контракт, если захочешь. Надеюсь, ты. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше. Так.
Сэм, важная просьба. Мулы украли партию экспериментального оружия. Его похитили по дороге в Озерный в ходе доставки. Мулы погрузили все в свою машину. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Сэм, знаешь ли ты, что рюкзак можно модифицировать в личном помещении? Почему бы не взглянуть? Ugh.
Невозможно обработать заказ. Невозможно обработать заказ. Подождите, пока ошибка не будет устранена. Привет. Ты, видимо, Сэм Бриджес? Извиняюсь, кажется, система заглючила. А одна из посылок не просканировалась, и ее не включили в заказ. Тут сказано «клиент», «сама Фрэджайл». Кто-то поставил две метки, так что система не поняла, это для Fragile Express или для Bridges. В общем, извини за задержку и... осторожно. Груз крайне хрупкий. Ладно. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена.
Интересно, что-нибудь видел? О, привет, Сэм. Бриджес, я полагаю. Тут сказано клиент, сама Фреджа. Осторожно, груз крайне
О чем ты говоришь? Я взял посылку для тебя из озерного узла. Подожди, я не жду никакой посылки. Он сказал, клиент сама Фрэджайл. Система не работала, поэтому какой-то курьер Бриджес вручил мне ее лично. Кто? Короче, это был Хиггс. Давай, я должна посмотреть. За свое. Таймер уже запущен. Его не остановить. У нас только один вариант. Сэм, от нее надо избавиться. Отнеси ее в кратер у южного узла. Это смоляная яма, считай бездонная. Если швырнуть бомбу туда, может и обойдется. На карте отмечено озеро в кратере. Доставь бомбу туда скорее. Сканирую. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Аккумулятор разряжен. Зарядите транспорт. Оружие разрешено. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Thank you.
Еще бы чуть-чуть, и все. Ты спас город и всех его жителей. Ты молодец, в отличие от меня. Может, средний узел было не спасти. Но Южный уцелел. Благодаря мне и тебе. Что произошло? К тому времени, как я раскусила его план, бомба была уже у городских ворот. Я проследила за грузовиком и каким-то чудом сумела вынести ее оттуда. Но Хиггс видел меня насквозь. Он схватил меня у самых ворот. Я прижимала бомбу к себе, как ребенка. И в наказание он заставил меня раздеться, а потом вызвал дождь. Фред Джайл, послушай, у меня к тебе предложение. Ты хочешь доживать свои дни в виде порченного груза? Или ты готова пожертвовать собой ради груза? Ближе к делу. Хорошо. Если ты хочешь спасти себя, надо только прыгнуть. Но если в тебе действительно вдруг взыграл альтруизм,
Тебе нужно будет донести мою бомбу до бездонной ямы и бросить туда. Ну да, ты спасешь целый город. Только вот тебе придется пройти голый под дождем. Потеряешь кусок жизни, зато город проживет дольше. А что, вполне справедливый обмен? Мне мое лицо не очень нравится. Вот я его и прячу. Но ты-то... ты свое просто обожаешь. Папина красавица, да? О, нет. Не переживай. Лицо я не попорчу. Я хочу, чтобы оно служило тебе напоминанием. Да. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня предал? Я нашел того, кто меня дополняет. От кого не нужно прятаться за маской. О! Имей в виду, даже если ты спасешь этот город, ты навсегда останешься маньячкой, взорвавшей средний узел. Эту красивую мордашку всегда будут считать лицом террористки. За тобой будет вечная охота, уж я-то знаю. И даже если тебя простят, ты все равно сломаешься. Ну, что ты решила? Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Ну что ж, желаю удачи. Давай мне груз. Меня так просто не сломать. Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Вот видишь, ты настоящий герой. Ты поступила правильно. А это твое. Я не герой, Сэм. Я сделала выбор.
И до сих пор жалею. Надо было просто прыгнуть, и я бы спаслась. Но вместо этого ты спасла город. А еще подарила людям надежду. Мне осталось спасти еще одного человека. Хикс очень пожалеет, что со мной связался. Ты его убьешь? Не могу. Он стал намного сильнее, чем раньше. Но ты бы справился. Ты, да. Только обещай, что ты оставишь его в живых. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. Разве ты способна пытать людей? О, да. Хочу знать, зачем он меня предал. Есть будешь? Забудь, что тебя ждут с припасами в Южном узле.